Volkswagen ID.7 присоединяется к модельному ряду Volkswagen и уже дебютировал в камуфлированном виде на этой неделе на CES в Лас-Вегасе. Это первый случай, когда Volkswagen официально показывает название ID.7, и хотя окончательный серийный кузов покрыт тем, что марка называет цифровым камуфляжем, размер и масштаб должны помочь пролить свет на ID.7. ID.7 использует ту же модульную платформу MEB, что и другие модели электромобилей Volkswagen Group, но он не так компактен, как ID.4. Колесная база ID.7 составляет 2969 мм, а общая длина — 4940 мм. Это делает этот электромобиль чуть более чем на 76 мм длиннее Artian, и благодаря этой дополнительной длине Volkswagen обещает вместительный и премиальный салон. С новым ID.7 мы расширяем линейку наших электрических моделей до топовых сегментов, сказал генеральный директор Томас Шафер. Седан предложит первоклассные технологии и качество. Перед продолжением не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. В рамках стремления Volkswagen обновить свою технологию интерьера, ID.7 получит новый 15,0-дюймовый сенсорный экран, сенсорные ползунки с подсветкой, главный дисплей с дополненной реальностью и даже вентиляционные отверстия с цифровым управлением, которые автоматически регулируют температуру в автомобиле в зависимости от показателей на улице. В ID.7 также будет доступно голосовое управление Hello Volkswagen для управления основными функциями. Пока такие вещи, как размер батареи и выходная мощность, как и цена, все еще неизвестны, но Volkswagen отметил, что ID.7 будет иметь около 700 км запаса хода по оптимистическому европейскому циклу WLTP. По предварительным данным, коэффициент аэродинамического сопротивления ID.7 составит около 0,23, что позволит соперничать с Hyundai IONIQ 6. Цифровой камуфляж, покрывающий внешность ID.7, покупателям, к сожалению, не будет доступен. Хотя это очень интересная покраска в по меньшей мере 40 слоев. К тому же, примерно 22 зоны автомобиля электрифицированы под верхним слоем краски, чтобы создать уникальное световое шоу. Volkswagen ID.7 станет второй электрической моделью, доступной на глобальном рынке. Производство седана наладят в Европе и Китае. Последний станет первым рынком модели. Седаны европейского производства появятся на рынке в начале 2024 года. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи!